Нет, не было. Страшно. Я боюсь туда заходить. Да, было. Ну, там все подробно показано, рассказано. Есть то, что касается нашей Томской области. Впечатление это, как сказать? Грустное. Грустное, да, такое угнетающее, так сказать, конечно. Настроение не очень. Нет, ни разу не было. А как вы считаете? Хотя рядышком вот тут живет, я хожу тут чуть не каждый день. Да. Но это память, это история. Как без истории жить? Нельзя забывать о каких-то человеческих косяках, потому что нужно помнить не только хорошие страницы нашей истории, и нужно как бы не забывать о том, что такое было, такое повторять нельзя, и то, что это страшно. Память должна быть у людей, чтобы в другой раз не случалось того, что было. Я думаю, что очень много людей несправедливо пострадали когда-то давно, поэтому люди должны помнить, думать, что они делают. Помнить надо, ну не ходить, не смотреть. Это неприятное ощущение. Я вот сколько раз я сижу на остановке, жду рейсовый автобус, и я смотрю на этот музей, на вывеску «Мемориальный музей», и думаю, вообще зря вот это показывают все. Во-первых, все это наша история, никуда от этого не деться. Естественно, люди должны знать об этом. Ну, это у нас и история, чтобы дети помнили. Но люди должны знать все-таки историю, как все было на самом деле. Зачем что-то скрывать? Мне кажется, мы так стремительно вообще теряем и свою историю, и свои корни. Я часто-часто задумываюсь, вот надо ли вообще сохранять вот то старое. И как бы много сомнений у меня возникает. И все-таки я думаю, что мы должны знать и свои корни, и свою историю. Поэтому этот музей, это же, по-моему, редчайший музей. И как можно вообще об этом забывать?